Здравствуйте, Мособлгаз, филиал Запад, Одинцовская РС, мастер АДУ Кожин Станислав. Откройте, пожалуйста, дверь. Для хозяйки загородного дома визит сотрудников Мособлгаза неожиданным не назовешь. Как и положено, ее дважды уведомили о предстоящей проверке. Вы получали два уведомления на заключение договора о техническом обслуживании? Да, получала. Цель нашего прибытия – это отключение. Вы заключили договор? Ой, нет. Очень жаль. Нам придется вас отключить. Газопровод во дворе, трубы внутри дома, газовые котлы и плиты – все это объекты повышенной опасности, а значит, требуют особого внимания. И тут без помощи специалистов не обойтись. Только они могут определить, исправно газовое оборудование или нет. Для того, чтобы обезопасить себя, каждый собственник индивидуального жилья должен заключить договор на техническое обслуживание. Техническое обслуживание специализированной организации проводится один раз в год. Отсутствие договора грозит собственнику серьезными санкциями. В ближайшее время хозяйке дома не придется стоять у плиты. Газ в строении отключили. Заглушку уберут, когда документ будет подписан. Договор вы можете заключить, либо подав заявочку через личный кабинет, либо при личном присутствии на Садовый, дом 5, города Одинцово. Впрочем, договор можно заключить с любой специализированной организацией. Регулярное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования – не чья-то прихоть. Буквально вопрос жизни и здоровья. Меры безопасности по желанию можно усилить, установив специальные датчики. Датчики позволяют просигнализировать о превышении токсичных и горючих газов в помещении. И в случае обнаружения газа система автоматически перекроет подачу газа. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».